Никита Глушков, любимец местной публики. Артем Куришев, что называется, паутинку снял. Это гол Зотова. И забивает мяч Тамерлан Мусаев. Мяч направляется и попытка пробить. Боровчанам, по-моему, удается справиться с опасностью, но ненадолго. Удар и гол! И забивает мяч Тамерлан Мусаев. Исполняет он всем известный жест празднования гола от Криштиану Роналду. Передает ему привет Вальнасер, а мы фиксируем быстрый гол, который забит в этом матче. Опять стандарт, по сути, приносит успех Балтике. Чем? Чуть позже к Ашоту обратимся. Передача в центр. Кулишев! Снимая этот мартовский снег из дальней девятки ворот Даниила Баринова. 1-1. Артем Кулишев показывает, что я здесь. Я здесь хорош. И я здесь буду править балом. Вот так вот. Отвечает Шинник молниеносно после проведенных замен Вадимом Евсеевым. Артем Кулишев, что называется, паутинку снял. Продолжается так и не все, в любом случае, Савицкий снова смело, и гол! Это Никита Глушков, любимец местной публики, влюбил себя своей игрой, своей незаурядной техникой. Будут разбегаться, видимо, перед исполнением. Абдоков бьет, удар, гол! Шестой мяч 10-го номера Кубани. Прямым со штрафного прошил, как будто бы и не было там никакого Дюпина. Между прочим, вратаря сборной в недавнем прошлом. Ну, зрители в Краснодаре разбираются. Они сказали, как будет, они все прокомментировали до и попали. Зотов. Удар издали, и мяч под перекладину влетает. Ну, ВАР нам поможет разобраться, приземлился ли он за линией ворот. Да, это гол. Это гол Зотова. Спартаковский воспитанник вот таким вот, извините, плевком отправляет мяч в самую девятку.